Всем добрый день, ребят. А мы с вами сегодня в Краснодаре, где бравые краснодарские пацаны Славик и Димон. Что там в нашей Раше, помните? Клеит там чик как-то, что-то такое они говорили. Погодка замечательная. Температура за бортом плюс 11 градусов, но это согласно бортового компьютера. На солнышке, я вам скажу, вообще жара. Да и здесь вот жара. Вот сейчас я сижу в машине, машина стояла на солнце какой-то промежуток времени. Прогрелась до такой степени, что как будто бы лето прям пришло. Буквально метров через несколько мост в город на выезд в сторону Адыгеи из Краснодара. До Адыгеи тут буквально, я не знаю, минутку езды, но мы вернемся с вами непосредственно в центр Краснодара. Поедем сейчас на рынок, прокатимся на вишняки. Ну и заодно покажу вам частично Краснодар. Справа у нас железная дорога, и по этой железной дороге вы проезжаете, в том числе, когда едете на море. Вот запомните, слева сити-центр, магазинчик такой вот. Хотя вы его не видите, наверное, да? Ну, то, что проезжаете, это однозначно, сам ездил неоднократно. Блин, так прям аж тепло. Прям аж очень тепло. Погодка замечательная, на небе ни облачка. По всему Краснодару расставлены камеры. Вот тут камера, там дальше камера, поэтому буду ехать внимательно. Московское время сейчас 9 часов 54 минутки. А такое ощущение, что лето пришло. Хотя, если присмотреться, опять же, по сторонам, то народ в теплых курточках. Сегодня, как вы понимаете, выходной день. Машин на улицах мало. Поэтому мы можем передвигаться свободно. Он буквально только что разговаривал с человеком. Говорит, такая пробка была в субботу. Прям просто жесть. В Краснодаре у меня такое впечатление, что намного все позеленее, даже чем у нас. Слева красивый парк с лебедями, все как полагается, но нет возможности туда заскочить. Будний день, сейчас бы я тут уже стоял в пробке, это я точно знаю. Вон, может быть, даже ласточка едет. Ну, ласточка не ласточка, но какой-то поезд, состав, видите, обратите внимание, справа едет в нашу, в южную сторону. Как бы подсмотреть, что за поезд, а? Вижу, не пойму. Москва-Новосибирск? Ой, Новороссийск, наверное. Москва-Новороссийск, вот. В южную, да не в нашу. О, подождите, что-то я не понял, уже 15 градусов показывает. Чуть-чуть прокатился. Уже открываю окошки, оно тогда будет шуметь, да? Не будем, ладно. Попарюсь немножко. Пар, он костей, как говорится, не ломит. Ехать мне тут не так много, если честно. Особенно, когда нету пробок, так вообще быстро даже. Так что покатаемся. Лукойл. Главный штаб. Возможно, именно здесь, именно в этом здании сейчас заседает наш, ну не прямо именно сейчас, а вообще заседает бывший мэр господин Пахомов. Доводилось мне с ним встречаться как-то. Даже несколько раз. А вы смотрите лучше на Краснодар. Вот такая вот часть, тут такое впечатление, что и промышленная, и жилая часть все вместе взято, вот так вот рядышком все. Все близко, все рядом. И высотки есть, и маленькие домики такие, старенькие еще. И Пятерочка, конечно же, вы только что проехали. Тут вообще какое-то заброшенное такое, типа промышленного строения, какое-то еще, видимо, царских времен, наверное.
гаечек, штуковин, которые оранжевые такие, рядом с зеркалом. Не поставили в эту комплектацию, враги. Красивые деревья вон фиолетовые слева были. Прям так аж здорово. В общем, красавец Краснодар. Вон уже ребята в футболках гуляют. Не знаю, видели вы, обратили внимание или нет, там парнишка в футболке. Кто-то в куртках, кто как, короче, ходит. Ну, а мы практически уже приехали к рынку, вот слева от нас рынок Вишняки, но нам как бы туда не того. Не проехать по прямой. Поэтому мы сделаем маленький круг почета. Да, ребята, он даже в майке уже гуляет, я не знаю. Сейчас, на секундочку, я думаю, у меня есть мне время. Телефон уже нагревается. Вон, обратите внимание, пацаны, в футболках, в майках. Вот, блин, как назло, автобус поедет. А тут сейчас красный свет в любой момент закончится. А мы как? А вот они сейчас и едут, смотрите. Тинейджеры в майках, в футболках. Вот так вот. Стоят. Красный, но мы-то поворачиваем. И там одновременно идут. А, все понятно, все понял. Надо чаще в больших городах ездить, а то уже засиделся в Лазаревской, там две дороги. Реально жарко. Ну а мы сейчас по военно-грузинской дороге, иначе ее не назвать, поедем в сторону рынка. Неоднократно уже катались здесь с Михаилом, помните, наверняка. Показывал я вам и рассказывал, какие там ямы. Не знаю, будем надеяться, что все там изменилось в лучшую сторону. Как много тут тигуанов. Булочки с надписями Z в том числе. Нет, лучше не стало. Смотрите, какие прям пробоины в дороге, мусор. Заброшенный вон стоит себе, никому не нужный Honda Civic. Не знаю, попытаюсь подъехать туда подальше. Туда подальше, знаете, как посылают обычно. Там парковка есть. Ну, обычно зазывало, зовут вот в эти лужи грязные, блин. Машут. Не знаю, сейчас их что-то поменьше. Ужасная дорога, хотя сюда приезжает тысячи автомобилей. Вот тысячи в день приезжают, я не знаю, поскольку. Сдавать места вот эти, сдают вправо-влево. А вот сделать что-то хорошее, нормальное, красивое, не делают. Вот, смотрите, как, блин.
стоит, показывает. Не поддамся на твои провокационные махания. Народ в курточках, курточках. Даже не знаю, с чем мне выйти вот сейчас вот в народ. В курточке, аля, в олимпиечке. В курточке олимпиечке будет жарко. Тут у них что, контроль что ли? Встали вот прям на входе и что-то разгружаются или загружаются. Попытаюсь проехать дальше. Если что, то вернемся. Вот тут еще есть парочка свободных мест. В любом случае ролик уже скоро закончится, тут уже и телефон перегреется, как вы понимаете, в Краснодаре не холодно. Хотя, может быть, в машине не холодно, а там-то и холодно. А, не, мест свободных полно. Смотрите, прямо что-то так. Все, всем пока.